Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, канал Геймбой Ностальгия. Меня зовут Александр Маженок, и сегодня мы с вами продолжаем играть в Assassin's Creed 2. Вне записи, как я уже и сказал, я пооткрывал территорию. Ну, не здесь, конечно, здесь я тоже пооткрывал территорию, здесь немножко только, правда. Открыл территорию всю в Монтериджоне, обыскал почти там все сундуки. Немного открыл территории в, ну, карту саму, чтобы видно было во Флоренции. И здесь вот немного. Так что, кстати, здесь я пока еще не все, собственно говоря, сундуки обыскал, а во Флоренции их там дофигища просто. То есть там ходи и лутайся сколько тебе души угодно. Но в Монтериджоне я почти все сундуки собрал, поэтому теперь у меня тут нормально так баблишко, 4600, потому что я тут еще закупился на снаряжение немножко. Ну, чтобы потратить куда-то деньги, скупил снаряжение, и теперь у меня чуть больше брони. Так, в сегодняшней серии мы наконец-то прикончим Якопа Паццы. Давайте мы уже сразу пойдем на задание, не будем тянуть. Вот у нас начало фрагмента. Мы сюда пойдем. И наконец-то уже завершим еще одну ветку, которую нам нужно завершить уже давным-давно. Так, неужели мне надо оббегать все? Здесь-то я как-то смогу пройти. По всей видимости, нет. Здесь я не смогу пройти, поэтому мне нужно будет оббегать все это дело. Чёрт, надо бежать! Аж лошадь перевернулась. Так, ну, собственно говоря, на лошади сюда не пройдешь, поэтому мы идем пешочком. Так, я что-то еще, правда, не знаю, чего у меня так заочено стало на 30 FPS буквально. Так, давайте сюда зайдем. Посмотрим, что мы можем здесь подсделать. Давайте починим доспехи. Деньги все равно есть. Девать их некуда. Доспехи, что у него тут нового? Ну, вот видите, да, я нагрудник взял. Нагрудник Гельшмидта я взял. Он же 10 тысяч у нас стоил. Вот. И все, по-моему, больше я ничего не брал. Остальное просто денег не хватает. А, и еще и оружие взял более-менее улучшенное. Это флорентийский палаш, по-моему. Вот. Так что остальное такое. Видите, здесь оружие не очень мощное. Разве что только брать меч капитана за 5200. Оно дает только к скорости плюс один. Но отражение у нее убавляется. Стилет. Скорость, урон уменьшается. Скорость прибавляется, урон и отражение убавляется. Нет, спасибо. Так. Заходите, ну, еще раз. Опа. А вот это я знаю, кто. Ушел, черт. Нет, в тюрьму я не вернусь. Твою ж дивизию. Он должно быть опасным. Она должна быть красавицей. Быстрее, быстрее! Назад! ЭЦО. Мне нужно его словить. Знаете, кто это? Это торговец. Ну, то какой-то. Ну, имеется в виду торговец, чувак, который много денег имеет. 505 флоринов. Я не знаю, почему сейчас с них падает всего по 500 флоринов, но я первого чувака убил, у него было две штуки. Вы представляете? Две штуки у него было. Вот. Они, по-моему, в каждом районе по одному чуваку такие бегают. Они пытаются от этого скрыться. Ну, а мы их пытаемся убить. Ладненько, пойдемте уже на задание. Мне уже не терпится начать убийство Якопа Паццы. Ой, как тут много людей-то, а? Амико, зачем вы так со мной? Я ваш друг. Так, здесь я не пройду. Где я могу пройти на задание? По-моему, он наверху. Пойдемте наверх. Да, он наверху.
Следуйте за Якопа Патци до места встречи тамплиеров, а затем убейте его. Вот такое у нас сейчас задание под названием «С такими друзьями». Так, берем задание. Найдите Якопа Патци. Если я сдержусь и не убью его сразу, он приведет меня к своим братьям-тамплиерам. Тогда в списке появятся новые имена. Угу. Давайте подождем. Мне кажется, это будет самым удобным вариантом. Макефа, он в своем уме? Так. Блин, у меня здоровье подубавилось. Я еще, кстати, улучшил себе сумку с лекарствами. У меня теперь можно 14 лекарств с собой. Ну, точнее, не 14, 15 лекарств можно с собой таскать. От него далеко уходить не надо. У нас потом время идет, типа, догоните Якопа. Тихо, встал он что-то. Они что, опаздывают? По крайней мере, они меня не заметили. По крайней мере, да. Давайте аккуратно будем проходить. Да уйди ты, торговец. Точнее, блин, этот чувак, который поет песенки. Иди отсюда. Так. Как бы близко ко мне к ним не приблизиться-то, а? Хорошо, что они еще не оборачиваются, не смотрят. А, я помню, в первой части там тоже нужно было следить за персонажем, но они оборачивались, смотрели постоянно. Здесь они не оборачиваются. Тебе не нужно, вот, например, допустим, за людей заходить, там, типа, как-то маскироваться, садиться на лавочку и все в таком духе. Так, там еще солдаты идут. Надеюсь, они меня-то не прикончат. А, смотрите, они такие назад сразу пошли. А, типа, ой, Якопа, надо назад идти. Дать им дорогу. Так. Блин, как долго-то идти за ними, а? Якопа, что вы с дружками задумали? Да, мне вот тоже интересно, что вы задумали. Поднимайте свой! Иди нафиг. Песенки свои петь. Мне сейчас не до песенок. Так. Ну, что-то они так долго идут, блин. Где же ваша встреча-то должна состояться? Опять, наверное, в каком-нибудь тайном месте. Мне уж даже очень интересно об этом узнать. Так, дайте-ка я сразу возьму, наверное, клинки. На всякий пожарный, чтобы мечом не размахиваться сначала. Опа-на. Вы уходите за пределы, да? Блин. Флорин, это мне нравится. Золото. Деньги. Ой, зачем? Золото. Золото. Флорин, ой, это... Ой, золото. Проваливай. Так. Давай-ка я, может быть, вот так вот сделаю. Монеты? Какая удача. Монеты? Так. Отвлекли. Теперь они там монеты ходят, собирают. А мы продолжаем следить за Якопа. Куда же ты идешь-то? В твоем письме говорилось о Венеции. Там тоже есть тамплиеры? Они везде есть, Эцио. Не только в Венеции. Походу такое ощущение, что он в Венецию идет. Так. Знаете, это такая истина, когда ты не знаешь, что дальше будет. Так. Тут у нас еще стража стоит. Давайте мы ее вот так вот обойдем. Я думаю, будет логично.
Они по-любому охраняют. Видите, они прям по бокам стоят. Тихо. Понял вас. Вы вместе с ним идете, вы типа встречаетесь, а потом разворачиваетесь и идете за ним. Интересная у вас система. Довольно многовато их сейчас будет, ребята. Очень многовато. Ага, вот вы куда идете. Тише. Понял я вас. Да давай разворачивайся, у меня время идет, чувак. Пусть лучше он ведет себя тихо. Еще один иностранец. Он кажется... Не трогайте меня! Сохрани, я вообще не прошу! Надо бежать! Да я сокращаю дистанцию до цели. Ага. Подслушайте разговоры, не привлекая к себе внимания. Окей. Сколько людей виновны в смерти моего отца? Сеньор, уделите мне минуту. Тут рисунок у нас секретный. Так, там двое чуваков. Нам их прям вдвоем нужно завалить. Так, подслушиваем. Прошу прощения, господин. Я сделал все, что мог. Но этот ассасин слишком силен. Очевидно. Иначе с тобой пришли бы и другие. Я уж не говорю о том, что Флоренцией по-прежнему правит Медичи. Это все Франческо. Нетерпение сделало его безрассудным. Я пытался быть голосом разума. Скорее уж, голосом трусости. Кто бы говорил, сеньор Барбариго? Если бы ты прислал нам хорошее оружие, а не тот хлам, который вы, венецианцы, называете... Мы доверились твоей семье. Но взамен получили только ленивых неучей! Тебя призвали к ответу! А ты придумываешь отговорки, да еще оскорбляешь нас! Как я должен с тобой разговаривать? Не знаю. Неважно. Я знаю. Нет. Прошу. Не надо. Ха-ха-ха! Что не надо? Яко попаться прикончили и без нас. Я все исправлю. Пощадите меня. Нет. Что за дрянь? Я вырвал приз у тебя из-под носа. Прости, ассасин. Черт, нас видели! Я знал, что ты пойдешь за ним. Более того, я рассчитывал на это. В таких делах у нас побольше опыта, чем у тебя. Убейте. Так. Я знаю, вы просто выполняете приказ. Отпустите меня, и тогда я пощажу вас. Ха! Вы только послушайте! Нормально сейчас было. Тихо, ребята. Не так-то быстро. Так, тихо. Тихо, минутку. Ха! У меня есть тактика, по которой ваши большие чуваки сгинут. Так, теперь берем меч и добиваем.
Давайте, сматывайтесь. Прикончить его? Да, мы все-таки прикончили сами Якопа. Он еще не до конца умер. Иди, друг. Не зная усталости и страха. Покойся с миром. А как он мог не умереть, когда ему в голову меч вот так вот вонзили? Он же сразу мог бы сдохнуть. У меня вот такой вот вопрос возник. Он же там в ролике, ну, вроде как погиб сразу. То есть он не дышал там недолго, не пытался что-то сделать. Странная на самом деле дичь была, да? Я без понятия. Так, что у нас теперь? Последовательность 5 завершена, кстати, у нас с вами. А тут мы сами подошли его и прикончили. Так, открывается новая последовательность. Последовательность 6. Флорентийская республика, 1480 год. Уже примерно 10 лет мы пытаемся прикончить всех тех, кто стоит за смертью нашей семьи. Так. Ну что ж. Время идет, Эдсо не взрослеет. Ну, имеется в виду в игре. И у нас свежее задание. Палаццо Медичи. Кстати, у нас что-то по Палаццо Медичи написано. Давайте посмотрим в базе данных. Странно, не нашел я ничего про Палаццо Медичи, хотя у меня выскочило, типа, прочтите там, типа, про Палаццо Медичи в базе данных. И я что-то открыл, и не было там Палаццо Медичи. Ладно. У нас новое задание, давайте его возьмем. Пацы мертвы. Все до единого. Должен признать, что я не верил, будто чужой смерти можно желать столь сильно. И я. Эцио, спасибо тебе за то, что позволили моей мечте прожить чуточку подольше. Лоноре мио, сеньоре. Что ты будешь делать теперь? Сеньор, мне нужно выследить других. Они уже вцепились когтями в самое сердце Венеции. О нет. Ля Белла Венеция. Эцио, коли так, туда тебе и предстоит отправиться. Прежде чем уйдешь, я хочу кое-что тебе подарить. Этот плащ – знак того, что ты друг Медичи. Пока ты носишь его, городская стража будет относиться к тебе снисходительно. Но помни, это не дает тебе права нарушать закон. Да пребудет удача с твоим клинком. Окей, нам подарили новый плащ. Плащ Медичи. Пока вы в плаще Медичи, стражники Медичи не обращают на вас внимания. Вот она его эффективность. Ага, пока вы в плаще, вас не объявят в розыск во Флоренции и Тоскане. Вот на что. Знаете, мне чем напоминает знак? Как будто сделали специальную пиццу, да? Знаете, такая пицца, и на ней колбаски такие нарезанные. Прикольно, кстати, в герб. Так, ну что ж, нам пора отправляться в Венецию. Но перед этим, давайте-ка я загляну сейчас к торговцам, посмотрю, что у них есть нового, потому что, ну, все-таки новое-то должно что-то было появиться. Да, улучшение пояса для ножей. Но я думаю, не надо это пока мне покупать, потому что я ножами вообще не пользуюсь. У меня и так там улучшение пояса для ножей вроде как есть, но это еще больше дает ножей с собой таскать. Нет, пока я не буду это с собой брать. Но из костюмов пока больше ничего нового. Хорошо, ладно. Так, что у нас тут? Еще один торговец. Это торговец с оружием, снаряжениями и все в таком духе. Так, ну давайте я починю свои снаряжения все-таки. И посмотрим, что есть в доспехах. Металлические наручи есть.
дают к здоровью и к броне плюс один. Стоит 6300. У меня как раз 6301 фуорин. Нормально, нормально. Так, на плечи. 6200. Наколенники 5200. Нет, пока я тогда это брать не буду. Посмотрю, что здесь у нас есть. Молот, меч капитан. Боевой молот наемника и старый сирийский меч. Ну, они все... Они все у нас только хуже делают. Поэтому брать это бессмысленно. Ух ты, металлический цестус. Плюс 2 к скорости, но минус 3 к отражению. Ха. Интересненько, интересненько. Но брать я это, конечно же, не буду. А вот еще появился нож Султана за 4300. Тоже к скорости плюс 2, но к отражению минус 1. Окей. Так, боеприпасам у нас ничего нового. Давайте шашек возьмем. Будет это, в принципе, держаться, не сомневайтесь. Это, в принципе, все, что пока мы можем взять. Ну и давайте сходим к доктору. У него есть лечилки. Закупимся запасом лечилок и уже пойдем в Венецию. Так, лекарства. Да, видите, я 15 штук теперь могу таскать, и это здорово. Так уже лучше. Но я всегда говорю, лучшее лечение – это профилактика. Лучшее лечение – это профилактика. Это точно. Такс. Ну да ладно. Пойдемте уже, наконец, в Венецию. Посмотрим, что у нас там интересного предвидится. Мне бы еще найти правильную улицу, как туда пройти. Потому что у нас довольно здесь... Извините. У нас довольно обширная территория. Городская стража набирает добровольцев в уличные патрули и резерв. Зачем служить? Ага, то есть это не в Венецию надо отправляться, да? Или куда? Тут у нас куда-то не за предел города нас отправляет. Я уверен, у меня есть... Нам нужно к нашему другу Леонардо да Винчи прийти в гости. Давно мы к нему не заходили. Давайте посмотрим, что от нас на этот раз требуется. Леонардо! Леонардо! Ми диспьяччо, мессер, но его нет. Дворянин из Венеции пригласил маэстро к себе, чтобы тот написал несколько картин. Знатный господин даже оплатил перевозку всей мастерской Леонардо. Это большая удача. Грация мили, друг. Угу. Наш дорогой друг Леонардо переехал в Венецию. Хорошо, хорошо. Получен плащ Медичи. Так я его уже подавно получил. Почему она мне только сейчас выдала это? Эту информацию. Так. 8455 форинов в сундуке. Уже. Но я заходил уже к себе до записи в особняк. В нашу виллу. И у нас там теперь в сундуке может храниться до 13000. До 13000 всего интересного. Так что пока не будем туда мы идти. Подождем, когда еще раз пополнится сундучок. Так, ну все, погнали в Венецию. Погнали в Венецию. Я пока сюда заходить никуда больше не буду. Хотя у нас здесь с вами, видите, есть... Гробница ассасина. Но я думаю, это в следующей серии мы посмотрим. Давайте, погнали в Венецию, откроем ее наконец-то уже. Все, отправляемся в Венецию. И почему-то они называются горы. Интересненько, а может быть это... То есть, чтобы отправиться в Венецию, нам нужно пересечь еще одну локацию под названием горы. Окей. Раз так у нас игра предлагает, то хорошо. Я, в принципе, не против. Скорее всего, у нас там что-то будет интересное сейчас в этих горах. Этот плащ здесь не действует. Но я уж понял. А, кстати, я знаю, как поменять плащ. Я даже знаю, как поменять
знаете, вот, кстати, видите, здесь даже написано, сундук в вилле, я ошибся, не 13 тысяч, а 16, почти 17 тысяч воринов можно хранить в сундуке. Я тут заглянул еще вне записи в вот этот меню, посмотрел, что здесь можно менять, все интересное, что у нас надето и все в таком плане. Видите, мы можем с собой одеть плащ Медичи или обычный плащ Ассасина. Я пока давайте обычный плащ Ассасина одену. Да, пока он все равно здесь не действует. Так, что у нас здесь за задание? Леонардо! Это? Какая удача! У меня небольшие неприятности. Может, я смогу выручить тебя? Я знаю, как ее починить, но ничего не могу сделать. Ты не приподнимешь повозку? Что это за штука? Будто огромная летучая мышь. Так, пустяки. Одна из моих задумок. Не хотелось бросать ее там. Для чего она? Наверное, не стоит говорить об этом. Аль дьяволо, я не в силах молчать. Эцо, я наконец-то додумался, как человек может летать. Вперед, я буду править. Но я даже не сказал тебе, куда еду. Новую штуку Леонардо придумал. Я даже знаю, что это такое. Это единственное, за что, наверное, полюбили Assassin's Creed 2 очень даже сильно. Это то, что позволит изучать город от и до. Ведите повозку Леонардо по направлению к Венеции. У нас тут на картинке кое-что опасное будет, поэтому, ну давайте. Не просто так, значит, будет такая поездочка у нас. Нелегкая. Венеция. Такой прекрасный город. Столько источников вдохновения. Мост Риальто, площадь Святого Марка, Арсенал. Шш, в чем дело? Мы не одни. Что происходит? Кто это? Люди Родриго Борджиа. Что им нужно от нас? Думаю, они хотят нас убить. Леонардо, сюда! Так... Тихо, тихо, они тихо. Они едут на повозку. Стряхни их. Я просто не знаю, как кто-то это делать. На крыше. Сделай резкий поворот. Стряхни их. Эцо, осторожно, сзади. Сделай что-нибудь. Тихо, 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 тихо. Союзник погиб. Блин, а я, слушайте, я не знаю, как это сделать. Как мне резко поворачивать повозку? Интересненько. Ха. Хорошо, ладно. Просто так все внезапно произошло. Диалог. Сцена. И тут сразу пошло-поехало. Блин, тихо. Тихо, 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 тихо. Да блин! Как они меня убивают, а? Я даже не знаю, что нажать. Ладненько, еще раз попробуем. Да блин, я не могу управлять нормально повозкой. Давай. Тихо, тихо, тихо. Повозка у нас повреждается немного. Но мы пока справляемся. Пока справляемся. Так. Осторожно, а то прокинется. Да это я понял, что... Черт.
повозка опрокинулась. Слишком резкие повороты, не успеваешь столкнуть противника, и так сразу тебе нужно поворачивать на ту сторону, на которую тебе надо. Довольно сложная фишка. Да еще и механика не очень мне нравится, управление повозками. Тихо. Сейчас еще прибегут, вон, еще двое. Мы, кстати, почти добрались тот раз до Венеции, просто у меня повозка перевернулась. Тихо. Блин, еще и поджигает мост, алло. Держись, сейчас будет немного трясти. Хорошо, ладно. Так. Тихо. Ух ты ж, оперный театр. Еще и звуков стрелять нас будут. Твою дивизию. Посмотрите, что творится. Твою мать. В следующий раз мы не сможем его починить. Да это я уже понял. Тихо. У нас там еще солдаты. Сколько же вас, ребята? Уйдите нафиг. Уйди с крыши. Давай. Блин, и еще. Хватит. Мы еле-еле справляемся. Держись, Эцо. Мы почти приехали. Да, почти. Только бы нам еще продержаться немного. Ух ты ж, твою мать. А я думал, я почти добрался, так это еще далеко не было бы концом. Офигеть. Леонардо, уходи. Им нужен я, а не ты. Мы еще встретимся. Дай срок. Офигеть. А, теперь ты не уйдешь. Так. О, я обожаю самых жареных преступников. Так, давайте мы возьмем с вами. На вам. Хочу, вот там, взять его. На вас я так добью. Тихо, тихо, алло. Ты-то чё? Помните, чему вас учат, и действуйте крайне, крайне осторожно. Так. Крайне осторожно, говоришь? На тебе, крайне осторожно. Иди нафиг. Уроды, блин. Вы у меня еще поплатитесь. Я уже знаю, против как больших действовать. Нужно просто дымоушку кидать, они пока будут оправляться от того, что произошло. Я их сразу убиваю клинком маленьким. Вот и все. Фух. Довольно интересненькая миссия. Довольно экшончик такой бы сейчас нам подбавили. Так, ну что теперь?
есть куда нам теперь двигаться. 48 метров, хорошо. Миссия пройдена, каникулы в Романье. Хорошо. Доступны новые гонки. Гонки на этих повозках? Вы серьезно? Не, спасибо, эти повозки еще такое себе удовольствие. Так. Окей. И вот мы прибыли с вами в Венецию, наконец-то, ребята. Я думаю, что на этот раз можно закончить сегодняшнюю серию. Было сегодня интересненько так, прибавился экшончик. И будем выполнять продолжение уже в следующей серии. А на сегодня все. С вами был я, Александр Боженок, и канал Геймплей Ностальгия. Увидимся с вами, всем удачи и всем пока.